Да, он прокинул эти. Хорошо. Смотри, как он отойти. Так, а вы здесь справитесь без меня, да? Мне надо перерезать инженера. А, не, их уже 60%, всё. Недолго мы тут стояли. Да ладно, там едино. Может справиться. А, у нас уже сундучка нет. А ты роутер не привез? Привез. Их слишком много. Есть маленькая проблема. Есть маленькая проблема, что мы все сдохли. Ну понятно. Не, ну вроде люди встают, короче, даже здесь не видно. Чё-то как-то мы здесь очень шатко стоим. И они уже заходят. Да не, мы уже не стоим. Короче, надо ходить с дигами, это рабочий вариант. Да, вообще. Вон они сейчас 96+. Кстати, интересно то, что... Бифраг стоит давит кашей. Что-то. И додавили уже он, да, врат. До 9% додавили. Нахуй толку еще час, так что может все и поменяться. Не-не, будем кашей давить. Нахуй. Я тут да я говорю, приходите к дигам. Диги да. Хуйни не делают. А они долго живут на моей. Просто тирания не втыкаешь, тут есть роутер, выдать. Они фармят. Да, здесь стоят очень хорошо стеночки, учитесь правильно ставить стены. Да, в этом... Но уже нет роутера, да, уже еще. Там минута остается, вернее. По факту надо держать одну дверь, прям чтобы вообще никто не заходил с одной двери. И тогда типа от двух дверей можно спокойно играть. Ну, вроде типа медики есть. Главное, чтобы вражин был мал. Вражин, я помню. Поиграйте ДР. Там вражин всегда много. Да, Стер. Есть что-нибудь? Киньте наружу. 22 секунды. Они быть... проходят, они зашли. Идар. Я два конкажа выкинул. Они под конкажом. Бля, Макс, серьезно? Бля. Тот не выдержал. Бля, у меня пол... патронов нет. Четверть КП, четверть КП. Он упал, Макс упал. Секунда. Серьезно? Серьезно, мы захватили тот кусок дерьма.